простой СМГ играю, так что... Как говорится, не обессудьте. Ой, упс. Если вы еще не знаете, это Tower Camo или Tower Tiger. Еще раз простите. Простите. Все, мы дали согласие. Мы будем играть отлично, как говорится. У-ху! Как говорится, поранили, да ХП получим. То есть БП получим. Опа, сверху, сверху, сверху. Вали его, вали. С ножа. Опа, оп. Ой, вы не обессудьте, он просто был не восстановлен. И наш друг. Но Нейм не смог его убить. Но Нейм моего, зовут моего, не, моего играющего друга. То есть его это никнейм. Достойно. Трюк достойно уважения. Оуэ. Кто-то кончил не по-детски. Простите, но меня Джокер убил. Набегаем. Это тоже капризничество. Должен признаться, мы недавно делали сальто, и поэтому руки мерзнут, и поэтому играем не очень хорошо. Опа. Паскуны. Ай, ноги. Извините. С ножа. Пошел. С ножа. Смотрите, как мы грамотно будем их валить. Ой, пс. Простите, с МПБС лучше будет. Не обещаем, но надеемся. Ой, Джокер. Хочу сказать вам, что следующее мое видео будет... Оно будет, но пока не знаю каким. Оставляйте комментарии, если вы хотите, какое вы видео хотели бы увидеть. Я могу снять обзор игры Assassin's Creed 3, так как она у меня есть. Я ее скачал недавно. Хорошая, по идее, игра. Там про индейцев. Как? Хорошая игра. Не спорим. Сейчас я с Тавра играю. Точнее, Tower Camo или Tower Tiger. Простите. Ну, кто как знает. Но она мне не очень нравится. Ну, смотря, как играет человек. О, мы убили. Молодец. Вы молодцы. Ой. Меня зовут Турзда. С правой стороны это убитые, с левой стороны. Простите, мы проиграли, ну мы еще снимем видео, не покажем, сколько у нас было опыта, так что всем до свидания, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Нус.